Слушай, а что ты думаешь вообще об усыновлении? Ну, усыновление – это хорошо. Что плохого в том, что ребенок найдет себе новую семью? А почему ты спрашиваешь? Ты хочешь, чтобы я Сашу официально усыновил? Да нет, ну при чем тут Саша? Тогда о чем ты говоришь, я тебя не понимаю. Ну, я стала думать, могут ли люди полюбить чужого ребенка как своего? Ведь это вообще очень важно, чтобы родители любили ребенка. Да, конечно. Иначе он может вырасти несчастным, да? Настя, я знаю тебя. Ты неспроста затеяла этот разговор об усыновлении. Что у тебя на уме? Да, я думаю на эту тему. С чего вдруг? Ну, вообще-то она меня всегда волновала. Я все-таки воспитываю приемного сына. Да? Ты Сашу воспитываешь практически с самого рождения. Но что-то я раньше таких разговоров не слышал. Ну, Сереж, если мы с тобой об этом не говорили, это не значит, что я об этом не думала. Нет, но многие семьи принимают к себе чужих детей и любят их как своих собственных. Что с этого? Слушай, я тут передачу как раз видела про приемных родителей. Там рассказывали, что сын вырос и стал похож Настя, прямо на приемного отца. Ты чему этот разговор затеяла? Ты что, хочешь Мишу отдать? Сереж, ты только выслушай меня, пожалуйста, не перебивай, не отказывайся сразу, Сереженька. Настя, ты понимаешь, что ты говоришь? Как тебе такое в голову могло прийти? Ты отдать своего ребенка в чужую семью? Сережа, мы оба с тобой знаем, что это ребенок от Бракина, и я его никогда не полюблю. Да почему ты его не полюбишь? Ты же его выносила, ты же его родила. Как ты такое можешь говорить? Потому что я знаю, что я не полюблю его. Я знаю это. И ты, между прочим, тоже не сможешь полюбить. Надо быть честным перед самим собой, Сережа. Я честен перед самим собой. Я честен перед тобой. Я ни секунды не кривил душой, когда говорю, что рад твоей беременности. Сережа, ну признайся, что я права. Но ни ты, ни я, мы ничего не чувствуем к этому ребенку. Но он не виноват, что у него такая плохая мать. Да ты не плохая мать, у тебя просто депрессия после родов. Такое часто бывает с женщиной. Нет у меня никакой депрессии, я на него смотрю и вижу Брагина, Сереж. Поэтому его нужно отдать людям, которые будут его любить, которым он будет нужен, потому что ребенок должен жить в любви, все! Понимаешь? Хватит! Ты с ума сошла, тебя лечить надо. Да, да, я буду лечиться, но только потом, когда мы его отдадим. Сереж. Мы никого... Никому отдавать не будем. Это мой ребенок. Я его люблю. Он мне нужен. И отдавать я никому его не собираюсь. Тебе понятно? Понятно. Обручальное кольцо.